Вот Саня готовится ловить толстолоба, да. Делает оснастку свою персональную, нет, сам просто делает. Переделаем, в том году ловили, в этом году да. Хотим сделать. Один спиннинг забросили, посмотрим. Ну толстолоба мы с Николаем видели. Да, видели. Да? Как подводная лодка, темно, конечно. Ну видно. Ну, видно. Ладненько, давай готовимся. Я не буду ловить толстолоба, чтобы знали все. Вот Василий смеется, он всякую рыбу ловит руками. Логин. Вот Саша готовит макушатник. Вот так кручу, верчу. Давно не рыбачил на макушатнике, на жерлицу. Попозже покажем. Да, рыбу. Рыбу покажем. И всю оснастку. Понял. Это речка Рось, ребята. Вон там стоят, видите, два на толстолоба поплавка. Вот тут лес у нас вплотную подходит. Места довольно-таки красивые, интересные. Там болотца и поле. Еду на разведку. Я здесь был больше 10 лет назад. Вот там заливчик должен быть. Поеду посмотрю, что там в том заливчике. Вот тут заливчик, видите? Неплохой такой заливчик. Вот здесь камыш. К нему привяжем вот такую вот бутылочку пустую. С леской, с грузочком. Опустим в воду. На крючочек наденем горох и будем ловить, то есть будем ждать поклевку. Вот, друзья, рассказываю, у нас привязывается, чтобы не утянуло, шнуром капроновым. Вот эта бутылочка, вот так надеваются две горошины или одна. Здесь у нас грузочек. Здесь фиксация идет, чтобы он, говорится, стопорился. И получается, рыба сама засекается. Вот так вот мы опускаем. Тут не глубоко. Пузырек наш плавает. Сюда же кидаем горох. Все. Рыба подойдет, заглотит, подсечется и будет здесь плавать до нашего приплыва, если она тут, конечно, есть. Вот такой общий вид картины получается. Здесь у нас их несколько штук. Мы расставим и утром посмотрим, что у нас будет или будет. А может, еще вечером подъедем, посмотрим. Все зависит от обстановки. Плыву по речке. Там есть маленький заливчик. Я когда-то там ловил очень много щуки на спиннинг. А сейчас просто солнышко уже садится, видите. Вот пробую. У меня удочка с кивком, видите, на конце кивок. Вот здесь у меня, вон видно, прыгает живец на грузочке. Ну так я делаю, так я ловлю. Но что-то здесь сегодня не берет. Вот она как делается. Покажу сейчас. Вот так. Грузочек. Это все сделано своими руками. Крючочек. И вот живец так вот плавает, мы подергиваем, видите, и щука налетает, хватает. Но что-то сегодня хватать не хочет. Эффект поярче. Ночной заброс. Ловим сома на печенку. Рыба плавает по дну.
поймаешь. О, рыбак знает. И шо, блядь, нести на цю, куда там, блядь? Вот картошку жарим с рыбой. Я удаляю и футбол. Вот тоже у меня делают футбол. Ну, хоть там. Ты что, она перевернется там? Я буду держать. Дави, я все на новую скачиваю. Я ввожу номер телефона. Ложку. Уже на новую. Мешать. На новую, блядь, типа я на новое свойство, блядь, меня за. Целую ночь горел костер, клюва так никто не дождался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать спиннингов, чертова дюжина. Вот такая вот у нас рыбалка получилась. Конечно, красивые. Едем домой. Вот хлеб скоро будут убирать через недельку. Саша говорит, он специалист по хлебу. Он лучше всех разбирается в хлебе. Вот. И мы едем уже домой. Спасибо за рыбалку, только я траванулся. И что-то очень себя не клевало. Не клевало. Все. Спасибо за просмотр. До встречи.